Всем доброго времени суток. У нас подходит к завершению вторые сутки нашей маленькой-маленькой жизни. И сейчас взвесим щеночков. 142, 141, 142. Помаленечку берет малыш вес. Беличок. А где кабанчик? Где кабанчик у нас? Где кабанчик? Этот второй родился покрупнее. Ну-ка, ты сколько кабаняка? Ой, и ты прибавил в весе. 10 грамм. 10 грамм прибавил. Но главное, очень активные. Кушают хорошо. Как и тёзе хорошо. Покажи мордочку свою. Такие мы еще слепые. Мордочка вся в молоке. Вот такая вот милота. Мамочка стала супермамочкой. Не отходит от них. Ну-ка, где второй кабанчик? Где кабанчик? Кто тут? Кто тут проверяет? Чудная наша маленькая звездочка учится, да, как мамой быть. Кабанчик, покажись. Ой, ой, кабанчик, какой кабанчик. Тебе к мамке нужно бежать. Мамка, конечно, устает. Она у нас первородящая. Первый раз это для нее. Конечно, она очень и волнительно себя ведет, нервничает, но все равно за малышами блюдит, следит. Хоть, конечно, и уставшая все время, как не знать кто. Вот следим за весом малышей, то есть постоянно взвешиваем. Главное, вес набирают, активность не теряют. То есть, вот такие вот холёсенькие, вот такие. Прям челевать и челевать, только челевать и челевать. Где? Вот. Так, все. Пушочек нежненький-нежненький, мягенький-мягенький, лапочки маленькие. А прям уже кокоточки есть. Покажи кокоточки. Вот. Прям настоящая собака. Собака настоящая. А, кто тут в гости пришел? Гусечка в гости пришла. И гуся пришла. Интересно ей все. Очень любопытная собака. Ну что, пока прощаемся, Донечка, или что расскажешь? Ой, кто это там? Кто это там такой маленький? Донечка. Донь, ну скажи всем пока-пока. Что ты отвернулась? Ты застеснялась? Ты застеснялась? Ну все, прощаемся с вами до завтра. До новых встреч. Всего вам самого лучшего и здоровья вам и вашим питомцам.